Rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're going to rock around. В малом зале Дворца культуры и техники Северского трубного завода оживленно. Здесь проходит первый этап областного фестиваля-конкурса «Город мастеров». Это мероприятие традиционно способствует раскрытию творческих способностей, реализации возможностей творческого самовыражения у детей и подростков, нуждающихся в особой заботе государства. Наше мероприятие уже много лет осуществляется на территории города Полевского. В нем принимают участие дети, нуждающиеся в особой заботе государства. Это дети, оставшиеся без попечения родителей, это дети, проживающие в социально незащищенных семьях, это дети с ограниченными возможностями здоровья, это дети из опекунских семей. То есть мы этим конкурсом развиваем таланты нашего города, даем возможность детям реализовать свой творческий потенциал. В очередной раз организаторами мероприятия являются Министерство социальной политики и специалисты Центра социальной помощи семье и детям. Ребят необходимо не только поддерживать, необходимо, в принципе, с ними заниматься, развивать, искать не только таланты, но и, в принципе, развивать интерес у детей и к творчеству, и к подобному времяпрепровождению, для того, чтобы это детство было направлено в благополучное русло, чтобы не было ребенку времени на необдуманные поступки, чтобы все лучшее было в детстве. На участие в конкурсе откликнулось около 68 детей. В 7 номинациях участвуют работы декоративно-прикладного творчества, номера художественной самодеятельности, танцы, акробатические и цирковые номера, исполнение песен. Выставка творческих работ была представлена в этом же зале, чтобы у участников и зрителей была возможность оценить работы ребят на месте. Гости фестиваля были поражены разнообразием техник – рисунки, вязание, различные поделки и аппликации, мягкие игрушки, оригами. И это еще не полный список предоставленных работ. Все участники первого тура фестиваля были награждены дипломами и сладкими призами. Алина Меньшина, Сергей Чижов. Новости «Твой день».